Сегодня в Рязани пикетировали общественную приемную депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова. Молодежь стояла на улице с фотографиями Гудкова на фоне американского флага и лозунгом «Какой страны ты патриот?». Сама приемная депутата была закрыта. Как сказала охрана, Дмитрия Гудкова, депутата Государственной Думы от Рязанской и Тамбовской области, за полгода здесь ни разу не видели. Митингующие возмущены тем, что Дмитрий Гудков воздержался от голосования за вхождение Крыма и Севастополя в состав России. В своем блоге в интернете Дмитрий Гудков пояснил, что присоединение Крыма, по его мнению, повлечет за собой отток капитала и сокращение экспорта нефти и газа. Напомню, год назад Дмитрия вместе с его отцом Геннадием Гудковым исключили из партии «Справедливая Россия», после чего непартийный депутат не раз фигурировал в различных политических скандалах. Он утверждает, что голосование было нелегитимным, то есть оно должно было проводиться на территории всей Украины, но так как Крым всегда считался автономной республикой, то голосование проведено официально.